Это очень сложно. Вот что-то вязать и на кукле накалывать, а как потом? И что это вообще из этого получится? Нет, слишком сложно. Но подумайте, слишком сложно это когда, во-первых, неинтересно, а во-вторых, непонятно. Сейчас перед вами будет один урок из нового совместника для рукодельниц «Вязальный квест номер один. Летняя майка». И это деталь из этой летней майки. И эта разработка идет прямо здесь и сейчас. То есть я разрабатываю модель и показываю все эти этапы. Я не скрываю их, я показываю, что это непросто и какие решения можно найти. Смотрите урок, а потом я расскажу, как подключиться к этому огненному мероприятию. Свободное моделирование на манекене. Это настолько увлекательное занятие, просто игра. И это просто непредсказуемо. Берешь иголочки, накалываешь и смотришь. То один край ниже, то другой край выше, то что-то может левее, правее, выходит на спинку, где-то сборки сделать. И менять, 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 и просто получать удовольствие от этой игры. И можно оставить на время, посмотреть, потом снова записать, сфотографировать для себя какие-то варианты, найти тот, который прям вот очень нравится. Вот так у меня было тоже с этой деталью. Я вначале ее приколола, вот старалась максимально так, как это на картинке вдохновения. И я старалась, я прикрепила и смотрю, и кажется на мне какой-то тяжеловатой. И я оставила это. На другой день снова начала прикреплять и уже здесь оставила эту майку вдохновения. И просто какие-то варианты буквально без всякой задумки. А если так? А если так? И вот так прикрепляя, я вдруг обнаружила, как много интересных других вариантов есть. И после вот такой вот игры, ее можно прям вот назвать игрой, я нашла вариант, который мне очень понравился. И вот этот последний вариант я и попробую. Но сама суть вот этой работы и то количество вариантов, которые там можно обнаружить и можно использовать, это просто, ну, настолько вызывает восхищение, настолько вызывает радость, удовольствие, возможность всех этих вариантов, что просто это замечательная возможность вот таким образом находить какую-то свою модель. Если у вас нет такого манекена, в который можно втыкать иголки, то нужно попросить кого-то из близких побыть таким манекеном, надеть что там, возможно, под низ, чтобы прикреплять, и посмотреть на живом теле, на фигуре. Это даже лучше. Просто прикрепление иголок немножко проблематично, но результат может быть еще более эффективным. И вообще это вот такая динамика с кем-то еще, может быть более веселой, смотреть в зеркало, что получается, и тот человек, на котором вы примеряете, какие-то вам свои варианты подскажет. Я вам желаю море удовольствия вот от такой работы. И обязательно пишите, что вы почувствовали, насколько вам это было интересно, необычно, в удовольствие, что вы для себя поняли. Жду. Совместник «Вязальный квест номер один. Летняя майка» проходит в клубе. В этом клубе есть три уровня, вернее четыре. Нулевой, первый, второй, третий. На каждом уровне есть свои мастер-классы и свои скидки. Уровни эти не по уровню мастерства, а по степени участия в этом клубе. На каждом уровне есть свои мастер-классы, свои скидки. Самый выгодный – это третий уровень. На нем собираются те мастер-классы, которые были на предыдущих, и там всегда есть события месяца. И события месяца этого – это вот эта вот летняя майка. Можно участвовать там с вашим темпом. Уроки все записываются,
они там остаются, пока вы подписаны, доступ остается постоянно. И в этом одно из главных преимуществ клуба, что вы не только все эти материалы имеете в постоянном доступе, но еще то, что вы всегда можете задать вопрос, получить ответ не только от меня, но и от единомышленников, от вязальщиц, от более опытных девочек, которые вяжут, которые предлагают свои варианты. И это в клубе одно из очень важных преимуществ. Если вы почувствуете, что этот совместник вам слишком сложный, и я не могу в нем сейчас участвовать, то отложите как бы его в сторону. Там достаточно других мастер-классов и помощи в их вязании, поэтому займитесь ими и просто смотрите, как это идет. Это интересно, посмотрите со стороны, кто какое решение находит, у кого что получается, а потом, когда вы наберетесь больше сил, то и придете к этому совместнику. Ведь эту майку можно сделать свитером, связать рукава, сделать платье. Мы все это будем рассматривать. И эта тема интересна, что это не тот курс, который вы прошли, и все, обратной связи нет, и что там дальше делает каждый, неизвестно. А то, что мы здесь и сейчас все время вместе что-то делаем, я отвечаю на ваши вопросы, и все, что именно важно, сейчас быстро записываю на них уроки. Поэтому какой бы уровень вязания у вас не был, какой-то самый минимальный, вы только начинаете, или вы уже очень много вяжете, и вы сами любите придумывать, то приходите, вы найдете для себя много необычного, интересного, нового. И в нашем сообществе, поддерживающем, доброжелательном, замечательно заниматься любимым делом. Ссылку на этот совместник, на клуб, это все как бы все вместе, оно в едином, в одном месте, вы найдете в описании под видео. Чтобы узнать больше о клубе и присоединиться к нам, переходите по ссылке, смотрите, что есть внутри, подключайтесь. Цель клуба – это современное, модное вязание, удовольствие от любимого хобби и создание собственного стиля. Жду вас!